Печаль. Пятая из восьми главных страстей. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, печаль – это огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божьих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с него. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.